Бурятии выделили 192 льготных места на обучение студентов в 13 медицинских вузах страны. Квоты целевого приема распределили по специальностям лечебное дело, педиатрия, стоматология, клиническая психология и фармация. В настоящее время проводится работа по выдаче договоров на руки абитуриентам для последующего предъявления приемной комиссии медицинских вузов, так как именно приемная комиссия решает зачисление абитуриента в медицинский вуз с учетом баллов ЕГЭ и личных достижений. Заявление на заключение договора о целевом обучении можно подавать ежегодно с 1 апреля. В этом году возможностью воспользовались 458 абитуриентов. Однако по результатам ЕГЭ заключили договоры лишь с третью из них. Экзамен по биологии не сдали 96 человек и еще 53 по химии. В рамках целевой подготовки студенты после окончания вуза обязаны отработать в государственных медучреждениях Бурятии не менее 3 лет.